Если ищете люстру, которая подойдет именно к вашему оригинальному, неповторимому дизайну, тогда у нас есть что вам предложить. С вами Электромотор, ваш надежный друг и помощник в мире техники. Представляем вашему вниманию классическую люстру на 6 плафонов нежного, молочного, романтичного, я даже бы так сказала, цвета. Такая модель отлично подойдет как в зал, так и в спальню, благодаря своему утонченному дизайну и некоторым ноткам флористических мотивов. Под каждым плафоном мы видим вот такие стеклянные извилистые дуги, которые в центре соединяют полушар. И если посмотреть снизу вверх, то мы видим вот такой силуэт цветка. Люстра придает оттенок романтического настроения благодаря плавным и нежным линиям. У основания она вытянутая, что характерно для данного типа люстры. Также основание нежно-молочного цвета, изготовлено из надежного стекла, как и дуги под плафонами, да и сами плафоны. Важно, что в данной люстре используются стандартные обычные лампочки цокольные Е14, поэтому проблемы их заменить у вас не будет. Люстра подвесная, имеет извилистые вот такие ветки, но несмотря на это, она кажется совсем компактной, поэтому очень будет хорошо смотреться в любой, даже не очень большой комнате. Поскольку люстра подвесная, для удобства есть вот такие карабинчики, благодаря которым вы можете укоротить или же даже удлинить цепь, зависимо от того, что вам нужно. А также, обратите внимание, есть вот такой чулочек, под которым вы можете спрятать цепь, а также, как идея, можете заменить его на другую ткань, которая будет более соответствовать вашему дизайну. Если вас заинтересовала эта изысканная классическая люстра на 6 плафонов, тогда звоните по номеру 5-3-0-3-8, наши девушки-менеджеры ответят на все ваши вопросы.